Сколько у меня штабов? Три. Три штаба. Три штаба на две зоны. Ладно. Так. Газели с ракетами. Мотопехота. Блоупайп. Зуры. Зенитные управляемые ракеты могут поражать только авиатехнику. Да ладно. А, ну ПЗРКшники, понятно. Так, сарацины. Нам нужно вызвать подкрепление. Первым делом вызовем наши старые добрые леопарды. Да ладно. Да вы стебетесь надо мной. Один леопард — это все, что я могу вызвать. Просто шикарно. Шикарно. На разведочку, пожалуйста. Уничтожить этого лоха. Эдак придется каждые 5 секунд летать на перезарядку. Вы можете что-нибудь сделать нормальное? Проблема? Какая проблема? Патроны, понятно. Тогда на перезарядку. Заразы. Не успели выйти, так сразу же. Блоупайпы мне не помогут. У меня есть только Мартер 2 и мотопехота. Чтобы Птур попал в цель, боец, управляющий ей, должен стоять на месте и оставаться в сознании. Мощность противотанковых кумулятивных снарядов и Птуров не зависит от расстояния до цели. Чтобы выбрать оружие или отменить его выбор, щелкните на пиктограмме этого оружия. Мы только лес уничтожили. Мы убили лес. Мы не убили гребаные БМПхи. Мы убили лес. У меня куча мартеров, которые ни черта не сделают. Что, газели? Сейчас перезарядятся. И можно будет лететь. Ну, в качестве разведки, да, они классные, классные. Видят за полкилометра. Не за полкилометра, а за 3 километра даже. О, не то что эти мартеры. Стрелять, убивать, стрелять, убивать. Отлично. Заклинило оружие, мы их уничтожили. Ну вот, истребитель танков, в принципе, знает свое дело. Как-никак. Нет, не стрелять. Хотя, почему не стрелять? Ололололололо. Туры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня уже минус один мардер. Проблемки, сэр. Туры-то будем уничтожать. О боже, с таким количеством войск я не смогу пробиться. Я смогу только разбиться. Стоп. Ах ты, черт.
Да зараза! Нет, так я не смогу просто ничего сделать. Там еще хайнды, которые могут замочить моих газелей. Наступаем. Пока что отступаем. Зараза, долбанный хайнд. Что за дурацкое ограничение армии? Он за нами прется. Конечно, он прется за нами. Кто бы сомневался. Надеюсь, кое-как поможет. О боже. О боже. Ну что это такое? Десант прям на мою башку, видимо, решили высадить. Эффектно. Полномасштабная война какая-то. А этому хайнду мы уже ничего не сделаем. Система навигации у него не того. Он решил отступить. Бочиной причем. Тихо. Замерли, не двигаемся. А здесь супер классно просто. Нас уже здесь мучат по-всякому. Да вы что творите-то? Будете отбиваться-то? Ну ё-моё, ну что это такое? Контузию всех зато. Зато все получили контузию. Больше, правда, ничего, но... Отогнали. Надо их догнать, пока они там не присохли обратно. Так, заряжайтесь. Есть. Один есть. Прям град на него. Снарядов летит, а ему пофиг, он едет дальше. Вот она, советская техника. У них там передовая база. Что? А ты что здесь делаешь? Так ты вообще здесь стой и все, и не рыпайся. Пускай мотопехота стоит здесь.
А мы пока отвлечемся. Чувствую, что эта миссия будет не совсем простой. Из-за дурацких ограничений, которые мне навесили по лимиту войск. Мне нафиг эта мотопехота не нужна. Ну нафиг она мне не нужна. Убить ее, что ли? Пускай она лучше здесь разведку произведет. Ближе к штабу. Может быть, штаб нужно захватить. Харе! Блин, минус мардер. Супер шикарно. Этот гребаный лес, он все портит. Еволь. Где моя ЗСУ? Вот, гепард жив, слава богу. Ну вы-то, ребят, ну зайдите в круг-то. Что ж вы такие глупые-то? Все, стоп. Да господи. А, ну мы их уничтожили, слава богу, хоть это сделали. Я уже запутался там в красных, белых цветах, синих вернее. Так, Птурфагот. Вот это нужно уничтожить обязательно. Они как раз к нам идут. Оп! Раскрыли себя. Черт, ну нам кранты здесь, понятно. Это все понятно. Так, я думаю, газели. Газели нам помогут немножко. Там были Т-55, они еще не в лесу. Так, в бой вступают американские и французские бригады. Силы ННА напали на берлинский гарнизон. Понятно, что ничего не понятно. Опа, хайнды. Патруль или нарыв? Видимо, нарыв. Контузь их! Черт возьми, ну что ты куди? Поехал, 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 но... О боже, о боже! Сейчас газели еще развалится. Стоять, стрелять. А вы-то что не стреляете? В чем ваши проблемы, ребята? Что за позор? Через лес не могут. Зато газелям все пофиг. Вот сейчас Птур по нам вдарит. Вот это будет весело.